29 августа 2023 год, как у нас все мрачно, да? Ну, это еще раннее утро. В общем-то, в тему афоризма, мрачность. Афоризм на сегодня будет такой, про смысл жизни. Звучит так: надеюсь, в бессмысленности жизни есть хоть какой-то смысл. Написала 10 ноября 2010 года. Пошло от противного, да? Про смысл жизни у меня очень много афоризмов. Так что навскидку могу вспомнить из того, что я написал. Смысл жизни — найти смысл смерти. Если вы нашли смысл жизни, верните потерявшему. Бессмысленнее жизни — только поиск ее смысла.